можно начинать, да, ребятки, дайте. Ушки на макушке. Алин, все в порядке? Начинаем. Итак, ребятки, номер 90. Какая тональность? Соль мажор. Соль мажор. С какой нотки начать? Что в соль мажоре?
сейчас. Сыграй то же самое на мажоре. Играем по беленьким клавишам на мажоре.
стучит двумя ручками. Это нижний голос, это верхний. Сейчас ритмический рисунок берем и поиграем по черным клавишам.
Патрик, идем. С тебя сейчас начнем. Вот именно этот сейчас ритмический рисунок. А вы все слушайте, смотрите на нас, слушайте нас. Причем так, сейчас не обязательно использовать все пять черненьких, потому что ритмический рисунок новенький у нас. Попривыкаем-ка мы вот так вот прямо на трех звуках. Например.
Положите туда нужную карточку. Понятно. Положили. Я сама увижу. Все, все, все хорошо. Там хорошо, хорошо. Тут не вижу. Тут вижу. Тут хорошо. Митя, правильно. Скажем его. Слушаем, какое оно будет. Значит, ты поверься вот так вот, вот в самое начало. А то иначе мы не уложим все эти упражнения. Итак, второе будет, слушайте, какое. Кладем карточками. Прямо вот сюда, на это местечко. Вот, вы все положили нашу новую карточку. Давайте. Какое продолжение у этого ритмического упражнения. Есть. А у Мити? А у Мити как же? Ничего там? Мити? Митя? Вверх, вверх, не надо, пускай сам. Восьмушки сюда встали у нас. Третье упражнение встанет вот на это местечко. Слышите меня, дети? Вот сюда. Слушаем, какое оно будет. Упражнение.
дельное предложение, ребятки. Да, Соня? Угу. Очень дельное. Мы сейчас будем хлопать с вами все-все-все молотки. Не пульсацию, а ритмический рисунок. Как это нам с вами сделать? Я постучу вот сюда. А вы ладошками будете хлопать все-все-все нотки. Это надо перестроиться. Вот сейчас сначала послушайте, как это будет. Вот эту нотку мы должны потянуть теперь, чтобы вот эту хлопнуть потом. Сыграю, слушаем.
продолжай. Еще раз.
Отец. Давай-ка, что мы с тобой сыграем? Выбирай. Ре мажор, фа мажор, соль мажор. Что ты выберешь нам? Соль мажор. Отличная тональность. Пожалуйста, играй. Такая задача.
вам на троих дадим эти нотки. С нотками споете? Седьмой. Молодцы, ребятки, до свидания.